Шокировали всех своей силой и профессионализмом. Кто-то даже не выдержал звука падения на татами и вышел из зала. Но спортсмены Ульяновской федерации самбо пришли не запугивать. Самбисты в честь Всемирного дня здоровья провели для сотрудников городской медсанчасти разминку и мастер-класс. Ну, мы хотим, чтобы больше людей занималось спортом. Мы хотим сказать, тем самым выразить большое спасибо врачам, кто работает с ковидно-больными. Они спасают очень много жизней. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем у нас популяризация данного вида спорта шла. Больше вступали в ряды самбистов, все-таки это национальный вид спорта. Шок сменился интересом. Под аплодисменты врачей спортсмены продемонстрировали элементы борьбы спортивного самбо и приемы из боевого самбо. А после приглашали на ковер всех желающих. Воспользовался возможностью и главный врач больницы. Первый счет ногой сюда, второй ногой за ногу. Пятой рукой давите меня сюда, на шею, и бах ногой под моей ногой. Ну, мы же все понимаем, что есть у нас определенные категории специальностей, там врачи-хирурги, врачи-реаниматологи, например. Они, соответственно, испытывают постоянные физические нагрузки, стоя на ногах и так далее. Поэтому им нужно что-то делать для того, чтобы профилактировать разные роды заболеваний. Поэтому для сотрудников больницы стараются проводить подобные минуты спорта. Также для врачей организовывают походы в бассейн. Но пандемия внесла свои коррективы в оздоровительный процесс. Раньше тоже у нас были введены в обеденный перерыв небольшие зарядки, разминки. Но сейчас в связи с тем, что нас перепрофилировали, у нас сейчас нет спортивных залов, где мы могли бы это проводить. И скучаете по этому? Хотелось бы? Ну да, конечно, размяться в промежуток между работой – это очень полезно. И многие сотрудники ходили на разминку с удовольствием. Подобные спортивные мероприятия проводятся по нацпроекту здравоохранения. Рената Алиулова, Герман Баранов, Управда ТВ.